вот деловые, вы посмотрите. Эти кормушки у меня все время висят, просто я иногда перекрываю, когда делаю вот такие вот дверки из пластика, чтобы было потеплее. Сейчас вот им, мы посмотрели, жарковато. И я, скажем так, сняли мы по одной вот этой дверке, ну, чтобы вот этот вот угол от двери просто был тепленький. Смотрю, тычется клювом. Миска, кормушка пустая. Думаю, ладно, насыплю кукурузы. Посмотрите, уже достают, уже нашли. Вот этот вот бардак у меня под ногами. Это хоть каждый день. Хоть каждый день убирай. Сейчас попробую. Вот эти вот товарищи постоянно вылетают из клеток. Это какой-то кошмар. Мы уже начали потихоньку убирать. 7 петухов я позавчера убрала. Ну, точнее, муж мне их колет. Щипаю я сама руками. Потому что им уже по 3 месяца. Надо уже убирать. И вот эта клетка у нас вообще для бройлеров. У нас приезжали за петухом, за бройлерами. И вот девушка позвонила, хочет еще... Петуха Марана брали, черно-медного. И вот она еще хочет взять Загорского. Я говорю, ну, прям вовремя. Вот этот вот мне очень нравится. Вот он, вот этот. Вот, прямо даже бить его жалко. Очень такой, прям видно, статный. Вот этот вот неплохой. И вон гребень торчит. Остальные-то все такие... паршивенькие. Ну, может, конечно, и подрастут, но... Держать их еще месяц и терпеть вот это вот большой просто расход зерна. Ну, это понятно, что это все съедят, но очень сыпется все. Маранов пересадили вот сюда, вот на нижний ярус. Кстати, их мы продаем. Здесь 12 штук, но я думаю, уже видно, где молодки, где петухи. Если я не ошибаюсь, то здесь... 6 молодок и 6 петухов. Вот это молодка, вот это петух. Вот их даже видно сразу. По гребням. Лапки у всех хорошие. Кому надо, обращайтесь. Кому надо, обращайтесь. Ну, пока здесь у них высота позволяет. Это не вот так. Вот низко там, наверх туда. Там потолок повыше. Это просто балка. Там у них вот она, если посмотреть на молодку. Она еще хорошо очень умещается. Так что вот. А, да. Всем добрый день. Я, по-моему, забыла поздороваться. У бройлеров сейчас буду убираться. Пока вот они у меня еще на пеленке. Ну, думаю, уже все, можно убирать. Лапки, смотрю, окрепли. Уже бегают вовсю. Поделила я их на 2 этажа. Потому что что-то мне показалось тесновато им всем здесь. Ну все. Всех, товарищи, с праздником, с Днем Победы. Самый наш главный праздник.